Радость только от того, что 3 очка наконец-то взяли, прервали эту проигрышную серию. А так не очень понравилась мне игра, потому что очень много моментов не реализовали. И из-под прессинга как бы выходили. Ну, не очень правильно, как-то все сковано, зажато очень. Тряслись, ведя в счете в 2 мяча. Надо поправлять что-то. С такой игрой хорошую, сильную команду, как, допустим, «Газпром» или «КПРФ», я думаю, очень трудно будет обыграть.